Было бы у меня больше времени. Да-да, ты бы сделал из него гребаный ракетоносец, я знаю. Ну как, все готово? Привет, Ви, еще не все. Милитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами. Мы оставили у лагеря стилет. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь под дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он что, не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки и попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай, все готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот черт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам все лучше... Все нормально, я сейчас разберусь. Это не самая новая модель, но Мич и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василиск как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцирь при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Окей, вот так нормально. Сначала проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Начинаем? Панама. А это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь? Начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Окей, что-то я гляжу тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков. Когда скажу, повернешь предпоследним вправо или влево. Ладно. Очень хорошо. Не останавливайся.
нас в меню? Чудо не жди. Василиск — это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Теперь мертвее мертвых. Отлично. Окей, тренировка закончена. Ви, помнишь, что я говорила про импульсы? Да. Тогда приготовься. Что происходит? Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь тоже попробовать? Окей, давай опробуем эту систему. Вот так, чувствуешь? А, как люди вообще сосредотачиваются в бою? Но ощущения не всегда яркие. А вот так. Все мы вместе и по отдельности должны думать прежде всего о благе семьи. Не начинай. Если я должна уйти из клана, так и скажи. Я уже задолбалась выслушивать твои наставления. Боюсь, придется их выслушать еще не раз. Потому что теперь ты будешь возглавлять эту семью вместе со мной.
Что? Я хотел все обставить торжественно, но будь по-твоему. Все просто. Я ошибся. Ты была права. Надеюсь, в последний раз. Я столько всего сделала неправильно. Ты же говорил, что... Знаю. Теперь я думаю иначе. Ты рисковала собой ради семьи, хотя даже не знала, примут ли тебя там на следующий день. Окей. Ну, тогда довольно много придется поменять. Да, и для начала надо убраться отсюда как можно быстрее. Милитех, скорее всего, будет нас искать. Это верно. Я распишу, как нам ехать. Поздравляю. Кошмар. Я голосовал против. Спасибо. Мне надо немного прийти в себя. Пойдешь со мной? Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альды Кальды. Всегда. Буду знать. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Не пиво. Ну, за хэппи-энды. Что теперь, босс? Понятия не имею. Серьезно. Ни малейшего. Сол-то оказался нормальным. Все было напрасно. Придется импровизировать. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам, что ты? Останься. Поехали с нами. Это не так просто, по нам. Не просто? Ты или хочешь, или нет. В этом и проблема. То, чего я хочу, сейчас вообще не важно. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Может, когда перенесете лагерь... Ви? Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Что случилось? Я помню, мы разговаривали, и вдруг...
Ты потерял сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. Куда? Мы перенесли лагерь в новое место. Здесь мы пока в безопасности. Не волнуйся. Эх, Ви. Ви, пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? По нам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Если я скажу тебе правду, боюсь, между нами уже все будет по-другому. Ви, послушай меня. Что бы ты ни сказал, это не изменит того, как я. Короче, перестань вилять и скажи уже, в чем дело. Ты знаешь Джонни Сильверхенда? Ну да, по радио иногда гоняют какое-то старье. А что? В этом все дело. Джонни жив. Он сидит в моей голове. Он что? Как это? Я сейчас не поняла. Это что, метафора какая-то? Долгая история. Я взял заказ, проебался. И теперь у меня в голове живет конструкт Сильверхенда. Херня! Он тоже не в восторге от всего этого. Оказалось, мы несовместимы. И это проявляется все отчетливее. Ты правда не шутишь? Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Расскажи лучше, что с тобой. Ты нас напугал. Спасибо, Мич. Но мне пора в город. Ты же еле на ногах стоишь, Ви. Не напрягайся особо, окей? Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, где нас найти. Может, тебя проводить? Ви! Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно. Добро пожаловать обратно пока, да. В мир живы. Ну, наконец-то. Или тех так далеко наш не заходит. Спящий красавец проснулся. Ну, и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Но ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь?
Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне. Я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай.